Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, 4К, поздоровайся. Привет, дорогие друзья. И мы продолжаем играть в Hard World, да, на сервере Evo Hard. Да, в принципе, нам все порадовало, мы вчера, в общем, играли, уныло играли, то есть мы нашли метеорит, еще один метеорит, Саня съездил в КП за метеоритом, вот, из него выпал один детон, ну и так ресов немного, вот, потом... Мы сгоняли, в общем, это мы за один день сбегали в КП, налутали зеленки, поехали в зимку, построили там дом, поорали матом друг на друга, построили еще один дом и вышли, да. Но перед тем, как вышли, Миша метнулся в КП, ой, в бичку, потому что нам не надо было железо налутать, и увидел тупую картину, как челик убивает, точнее, как кабан убивает челика, и с челика падает 5 детонов. Вот, Миша там чуть ли не в слезы от счастья, я там в смехе, со словами лошара, вот, мы, в общем, у нас все пока, поэтому у нас пока что на второй день игры уже 6 детонов, да, вот, и поэтому мы, в принципе, будем сегодня фармить, во-первых, отстроим дом на 4 тотема, скорее всего, вот, и будем потихоньку фармить себе синьку, чтобы сделать куртки, потому что шкур йети мы набрали, вот, и будем этот строить дом, да. Еще такая хрень, у тебя, Миш, нам нужен этот найти по дороге пару камней, чтобы снести с них кремний, чтобы сделать копье. У нас, в общем, у меня есть одно. А, все, тогда ладно. В общем, у нас как получилось, у нас застрял один, одна канга застряла, одна канга в КП. Однако вторая канга тоже застряла. И третья канга где-то вот здесь у нас в ящике валяется. Потому что барабашка сдох. А потом вышел. Да, вот так получилось. Поэтому мы сейчас бежим в зиму. Бежим, не едем, да. Чтобы залутать кангу. Хотя бы Миша сейчас на канге доедет. Да, до дома. А я побегу пешочком. А, нам все равно... А, я правильно, что взял шкуру йети? Нам же на М-ку шкуру йети 10 штук надо. Я забыл совсем. Слушай, у тебя обычные ботинки, да, я понимаю, правильно? Потому что ты несешься... Нет, шустрые. А, ну в смысле обычные, ну у меня потому что военные. Да, ну твоя вина. Нет, это мне из кита выпало. Моя вина. Поэтому я никогда кит не прописываю, сам все делаю. Ой, красавец, красавец. Не, да. На самом деле я просто не знал, ребят, что там киты есть. Да, понимаете, он бы сейчас уже в первых рядах, первый, кто был, прописал киты, но просто он об этом не знал. Не, ну почему не знал? Мы заходили, ты заходил на сервак, Миша его, во-первых, нашел, и ты сразу заходил, ты видел, что киты, ты мог писать киты, посмотреть, что есть. Ну, это панул. Я просто вписал сразу все киты, чтобы посмотреть, что есть, что да как. Давай, Бенни, хоп-хоп-хоп. Нужна эта распрыжка, нужна. А, ну вон камень стоит. Этот уголь. Камень нельзя. С угля нельзя. Ну ладно. Вон со скотч стоит. Он тебе сейчас. Нет, кабана найди, он тебе распрыжку сделает. Я так на одного подлетел и залетел на ангар в КП, на большой. В этом, на первом РТ. С распрыжки. Во, распрыжка-то была. Я думаю, я сдохну. Благо, я красиво. Этот на ангар упал. Со скотч нас даже не запалил. Вот мы даже не добежали до зимы, а уже буря. Вот как так? Причем снежная. Не пустынная, а снежная. Бред какой-то. В общем, ладно, сейчас мы прибежим, начнем строиться и продолжим. Так, в общем, мы доехали до зимы. Миша начал строительство. А я еду в то, что я построил после того, как мы обложили трехэтажным матом друг друга. Вот. Блин, я копье забыл взять у тебя. А, ну ладно, я еще вернусь туда. Я сейчас... Блин, я сейчас доеду, авторизуюсь там, на канге. И буду, короче, ТП этот, довозить... Артем, а ты металл брал? Металл в ящике лежит. Слушай, мы можем... А, да, ребят, здесь есть столько всего. Здесь есть статуи, здесь есть железные фундаменты. Здесь чего только нету.
Вообще жесть просто. Я увидел, я офигел. Такс. А, так, вот это моя коробочка. Ну да, такая маленькая. Сейчас мы разберем блок. Да, смотрите, то есть здесь есть вот такие заборы, как в Расте. А, есть алмазные стены, алмазные окна, какие-то алмазные вот крыши непонятные. Вот алмазная крыша, например. Это маленькая, а это большая. Ах, я не знаю, что это... То есть, нет, вот это маленькая. Я не знаю, для чего, как это будет вообще выглядеть. Скорее всего, Миш, это стеклянные потолки. Вот я сейчас разрему... А, у меня алмаза нету, да, точно. Так, сейчас я разремовлю один блок. Спущусь в дом. Так, и надо забрать все. Рад штаны, мины. Тут мясо 79, оно замерзло, блин. Так, это что такое? Гуат. Ну, спасибо, не надо. Рож. Нет, тоже не надо. Это я заберу железо. Так. Мы, в принципе, еще в кангу можем запихуниться. Я сейчас тогда... Да, скину все, зарегаюсь в этом тотеме. И кильнусь потом сюда. Так. Патрики. Так. Стоп, я не там разобрал. Ладно. Так. Чтобы мне долго не... О, у меня обморожение началось. Ладно, пусть валяется. Так, я в него зеленку скидываю и все остальные ресы. Главное, чтобы его никто не забрал. Так, задать точку авторизации. Да, сейчас я соберу все ресы, что у меня есть, и побегу, поеду уже к Мишиному дому, который он там строит. Как у тебя там со строительством? Зашибись все уже? Нормально. Намана? Да, мы решили построиться на том месте, где мы там, где этот был, где мы на стриме ребят валили. Да. Только не на этом сервере, конечно. У меня нету ресурсов. Да, 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 да. Что ты в меня стреляешь? У меня нету ресурсов. А потом начал как тупой школьник нас обсирать. Человек, у которых нету ресурсов. Ну, школьники, что взять с них? А, блин, дождь на меня капает, а я что-то не заметил. Так, ладно, в общем, я взял кое-что... А, стоп. Тут дырка, надо дырку закрыть. А то я сейчас приеду, а у меня дома нет. А, понятно. Да что за хрень-то? А, понятно. Походу, здесь делать можно алмазные стены, но они будут выглядеть как стеклянные, мне кажется. Ну, интересно, какие они будут по прочности. А, о, ё-моё, блин, я ненавижу этот склон. Я повторял тебе и повторю снова. У меня 2 минуты, я сдохну от холода. А, ну у нас дом-то близко. Давай, вставай, вставай, вставай. Блин, это дебильный склон, я опять с него скатился. Вот, Миша... Ой-ой-ой, стой, 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 стой. Миша предлагал здесь дом строить, но вы понимаете, да, что это слегка такое себе место. Ну, в общем, здесь дом-то построить можно нормальный, да, мы уже как бы посмотрели, да, но там с бетонами будет жесткая проблема. А, черт, сальтушки я кручу. Я через 67 секунд сдохну от холода, блин. Вот как может в зиме дожди идти? Это же не Россия, блин. Это у нас только может во время зимы дождь пойти. И ты идешь в куртке, она у тебя уже льдом покрылась. Суровая российская погода. Так, у меня 29 секунд. Еще и радиация. Шикарно просто. Все, я труп. И я зарегался в тотеме. О, какой я красавец. Ну, по-моему, где костерчик ты зарегался возле меня? Нет, 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 я у себя в тотеме зарегался. Миш, добеги до РТ и забери все ресы. Да там, я не могу, я застроился. Миш, реально, там канга и все ресы. Освободи все, что у тебя есть. И ты сбегай. Далеко? Я у себя дома. Я сейчас полностью все остальное заберу, чтобы дважды не прыгать и все. А ты добеги тупо до РТ и забери все остальное, если тебе не впадло. До какого РТ? До первого. Я на том же РТ. Миш, мы дом построили рядом. Мы построили на втором РТ дом, алло. Миш, мы на первом РТ. Это первый РТ?
Это второй РП. Значит, на втором мы построили дом. Канг валяется там же. Так, а я ремувлю все, что можно, и валю. А у меня места нет. Серьезно. 5 дерева выкинуть. Так что дом там прям рядом. Ты можешь спокойно его найти. Это попадало вот, а? Да блин, потому что это дебильная скала, с нее хрен съедешь нормально, блин. Так, здесь еще одна канга. У меня копья... Ты на РТ, правильно? Я сейчас наверху сяду дома. А канга валяется... Канга валяется на РТ. Я в зиме. Я на втором РТ, вы считай. Если это второй РТ, то я на втором. Канга валяется, где ангар. Правее ангара, там мой ящик лежит. Рядом, неподалеку от дерева. И канга чуть вперед укатилась. Я вот сейчас спускаюсь полностью с ресами, чтобы, если что, забрать... тупо, чтобы ты все с меня забрал, потому что ты должен был пустым прибежать. Забрать с меня все. Я собираю все ресы, которые из дома сейчас взял, и все. Да, и сейчас будем потихоньку отстраиваться. В общем, я напрямки бегу, 430 метров мне... Блин, опять дождь пошел. Да ё-моё, жесть какая. Не погода, а хрень пойми что. Нам надо красные пуховики сейчас скрафтить. Там как раз таки все ресы на все это и было. Нашел? А, вижу. Слава богу. За тобой кабан. А канга чуть вперед пробежать. Ну, в смысле, левее. Я с горы спускался и сальтуху сделал. О, что-то написали. ГВ. Чё? Как у тебя? ГВ. Да вон там написали. ГВ Джак видел Забило. Что-то я не понял. Я к тебе сейчас подбегу. А я через... Тут останемся. Я через 17 секунд сдохну. Ну, начну подыхать. Вон на кангу сядешь и доедешь. А, ну да, точно. У тебя как там? С холодом. Блин. Сейчас на себя кабанов сагра. Ну давай, давай. Я уже помирать начал. Синька и Патра. Да, на РТшках здесь спавнится, ну не знаю, тысячи машин просто. Но из них вообще нереально, чтобы что-то нормальное выпало. Отсюда выпадает краска, всякая хрень. Что угодно, в общем, но не то, что надо. Все. Завози тачку в этот. Ой, кангу в этот. О, торасики джест. Понятно. Нас тут пытаются, скорее всего, обосрать, как обычно. Миш, можешь мне дверь открыть? А, ГВ на ТФУ. Чего? Ладно, все равно. Серьезно? Это вчера мы, которого убирали, убивали чела. А-а-а. А, это он вчера просрал 5 дедон. А, да, какой из двух? Его? Его. А-ха-ха! Дружище, спасибо тебе огромное за 5 дедонов. Ты спас нашу жизнь. Теперь мы будем хорошо развиваться, играть, а ты продолжай дальше сосать писки. Спасибо за внимание. Да, ну, блох это судьба, что я могу сказать. Понимаете, у него было на одну тычку, его кабан просто с одной тычки. Раз, и все, и нету дяди. О. Ну и, естественно, я хотел поблагодарить его за 5 детонов. А то вдруг он же не смотрит мой канал. Скорее всего, так и есть, поэтому... Заранее поблагодарю его за 5 детонов. Чтобы он счастлив был и доволен
тем, что помог развитию нашего канала и нашего выживания на этом сервере. Так, в общем, давай сейчас я все, в принципе, перевез, там осталось там по хламу вообще. Так, я отъемся таким мясом. Так, секунду. Так, в общем, все, я добежал, надо сейчас разремовить здесь все. Так, в принципе, мне этого места хватит, чтобы запрыгнуть. Так, да, мы вон в кангу одну потеряли, считай, потому что мы ее никак не достанем теперь. Я уже пробовал и не раз. Так, скажите, что у меня здесь есть... что у меня здесь есть бенз. У меня здесь нет бенза. Шикарно. А у нас в этой канге есть бенз? А в этой есть. Круто просто. Кто-то вышел и забыл вынуть бенз из канги. Так. Погнали. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Все, едем вниз. Все, все, все. Главное не влететь ни в чем. Нет, 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 нет. Припарковался. Просто топ, просто топ. Так, давай, 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 давай. Вставай, 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 вставай. Еее, слава богу. Я прям припарковался, топ. Просто реально топ. Топ-парковщик. Вот поэтому я ненавижу эту скалу, с нее вообще на канге нормально не съехать. Я удивлен, что с нее даже на тачке, мне кажется, нормально не съехать. Она перевернется там 8 раз, блин. Так, в общем, надо нам сейчас поставить долбилки. Синьки тут много. Поставим себе пару долбилок. О, метеорит падает. Бамбук. Дез. Я не знаю, где это. Бамбук. Вот мы вчера тут думали про бамбук. А, стоп, подожди. Бамбуковый дез. Бамбуковый дез. Зеленый лес? А может и так. А, да, мне почему-то так кажется. Так, Миш, ты можешь мне ключик скинуть? Да ё-моё. О, ты все рез уже забрал. Окей, так, на полу. Вот, да я вижу, вижу, вижу. Иди зарегайся еще в 4 тотемах. А, окей. Зарегайся в 4 тотемах. И дверь передо мной закрыта. В общем, все, мы сделали все. Ну, смотрите, железная крыша. Железная, да. Я сейчас вам покажу все еще плюшки. А, так, а, за 50 это алмазная крыша. Ну, скорее всего, здесь будет просто она прозрачная. Но мы скрафтим, алмазные пыли наберем и обязательно скрафтим. Да, также, ну, деревянный забор, это, в принципе, все понятно. Так, здесь вот такой вот блок добавили. Не знаю, ну, декор больше, чем что-то такое. Вот такую крышу добавили. Или она уже была, я не знаю точно. Ну, вот такой, наверное, точно не было. Фиг его знает. Так, дальше добавили что? А, добавили алмазные окна. Ну, это железная была уже штука. Лестницы. Знак вопроса. Не знаю, что это такое вообще. Она как-то вот... А, на железо может делаться, да. Дальше, дальше, что там? Ну, это столбики. Столбики, это, в принципе, тоже из железа, из бетона можно делать. То есть раньше были чисто деревянные заборчики, а теперь можно бетонные, железные и деревянные фигарить. Так, ну, лестницы остались теми же. Ну, эти тоже железные можно ставить. То есть вот влепить вот сюда вот, да, железную эту, и фиг вас кто снесет. Также добавили вот такой вот монумент, не знаю для чего, он из бетона, из 500 бетона. А, вот такую вот статую. Так, мы ее поставим где-нибудь? Она нигде не ставится. Не знаю почему. Да, она не ставится. Какую-то вот эту бабу-ягу за 1000. И какую-то козла. Так, скорее всего, они ставятся на статуи. На места этих, на пьедестал он ставится именно. Так, ключ я с собой беру и сейчас побегу разремувливать все остальное. А хотя... А я в тотеме... А, я в тотеме здесь авторизовался, да. А хотя зачем... Блин, не, я кангу... С кангой я не побегу. Сейчас отогреюсь. Да, тут вон уже кто-то построился, но в принципе у нас все нормально, поэтому нам как бы не повредит то, что кто-то построился. Вообще никак. Так, сейчас, 5 секунд. Все. О, метеорит упал. Да, он уже остыл. Бамбук Дейс. Скорее всего, да, это зеленый лес, мне кажется.
Потому что, ну, тут иногда такое выкидывают, что непонятно, если честно, где там что падает. Блин, холода 3 минуты, жопа. 2 минуты. Да вы стебете меня, реально. А, я ключ потеряю, если... Я лучше компас скину, если помру. Да, надо было ехать на Канге. Ладно, фиг с ним. Мы и без Канги доберемся. Блин, а ты ключ забрал, да? Да, я забрал ключ. У нас какая-то хрень, почему в зиме столько дождей идет? Что за бред какой? А, у нас здесь тотем стоит, точно. У нас здесь где-то стоит тотем на полянке. Чтобы перевалочный пункт сделать, кильнуться сейчас и добежать. Жопа какая-то, ей-богу. Это зима, это не знаю, не КП или не зеленка. Дожди просто идут просто на раз-два, каждый, блин, чуть ли не 5 минут. Ну, это такое от сервера, не знаю, баг, не баг, либо... Ну, либо просто нам везет на погоду. Кажется, дождь заканчивается уже. Либо нет, он нифига не заканчивается. Ладно, в принципе, мы сейчас будем продолжать тут развиваться, потому что, ну, в любом случае... Ну, не, на сервере нам радует. Я специально искал любой сервер, где киты, там, чтобы, ну, повеселее было. Вот. Любой до не более X5. Потому что больше X5, там, типа X10, это уже неинтересно играть. Так, задать точку авторизации. Вот, потому что там уже все. Ну, то есть... Мы еще пришли так, что, получается, сервер апнулся за... в общем, мы пришли после вайпа, через час после вайпа. Вот, то есть нам прям подфартило конкретно с этим. Да, поэтому... Дождь опять пошел, да жопа. А, нет, нету, все нормально. Или да, ё-моё. Вот, и поэтому как бы мы начали развиваться. Если бы там был день 10-20, то развиться, конечно же, нам здесь никто не дал бы. А так мы, в принципе, идем с ребятами, скажем так, в одной плоскости. И поэтому у нас развиваемся, в общем, с одной скоростью. Ну, хотя мы уже в зиме. Хотя тут есть пару домиков в зиме. Вот, но все равно это так себе. Два каменных и один деревянный. Но больше мы пока что не видели. Да, но это вообще ни о чем, если честно. Так, стоп. То есть сейчас пробегу. А, все, вот гора. Да, вот здесь такой скользкий спуск. То есть сейчас мы будем не бежать, а просто заезжать вверх. Вот тут где-то. Да, во. Вжух. И я наверху. Да, жалко, конечно, Кангу вот эту. Мы ее никак не сможем достать теперь уже. Так. Так, здесь ни черта. Верстак, я думаю, нам не нужен. А я, кстати, сейчас... А я верстак, даже дерево скинул. Так, не будем захламлять территорию. Чтобы тотемы не стояли, чтобы нам тут ничто не мешало. 4К самоубийства. Ты что, заняться нечем? Или ты помираешь от холода? О, прикинь, с тотема 5 янтаря упало. Который бывает. Ни хрена себе. Ни разу такого не видел. Так, сейчас я дубль 2. Или дубль 75. Не, Канге жопа. Все. Так, поехали. Да, Кангу мы уже не спасем. Ну ладно, у нас, в принципе, 3 тогда их получается. У нас еще есть движок один на четвертую. Как бы. Так что переживать по этому поводу нет смысла. Да, конечно, все, конечно, было... В самом начале все было шикарно. Все было шикарно, мы файтились, мы выносили всех. Но вот потеря пары Канг, конечно, слегка... Нас, когда мы в зиму только въехали, ну, не те колеса поставили наперед, и поэтому у нас все было слегка плоховато. Вот. Поэтому мы слегка так подтупили. Так, ладно, я, в принципе, сейчас тогда повзрываю немножко синьку. Мне лень ее добывать так. Блин, заяц спалил меня. Имеешь скрафтить пуховики, если есть из чего? Ну да, я же там просто сижу возле тотема, отбереваюсь. Смешная шутка, я понимаю. Ай, я промазал. А, нет, смотрите, нормально. 7 руды, неплохо.
Так, сейчас я угля добуду немного, а то я что-то подыхать начинаю. Я сейчас синьки подобываю тогда, переплавим ее заодно. Так, во, метеорит остыл. Да, тут есть, короче, еще киты, точнее не киты, а роллы. Три рулетки, из которых рандомно что-то выпадает. Мне вообще из последней выпало этот, блин, как его, 5 дерева. Да, вообще шикарно, топ вещи, в общем. Да, здесь могут выпасть. Но так как здесь выпадает по 7 синьки, я думаю, мы налутаем себе быстро на все, что надо. Нам надо вообще сейчас налутать себе по факту на этот, на... Как он называется-то? На буры, чтобы железо активно добывать. Ну, железо, ультраниум, камень. Хотя камень нам не нужен, нам нужно железо и ультраниум. А, ну и может быть чуть-чуть угля. Ой, я еще и голодный. Так, отсюда что выпало? Камень и... О, 10 зеленки. Неплохо. Так. Неплохо, неплохо. Ну, обычные зеленки, ну, вот из валунов, не знаю, а из обычной зеленки выпадает по 15-16. Да. То есть здесь вот прям X5 так топенько работает. Меня прям очень сильно радует. Да, конечно, и на официалке можно добывать кучу ресов. Ну, в смысле, спокойно добывать ресурсы, не парясь ни о чем. Но это все же повеселее немного. Скажем так, более слегка легкое строительство, легкий фарм. Но вот знаете, дитоны на РТ, это вот реальная редкость. Но РТ здесь спаунится... Ну, в общем, вот вы одно РТ пробежали по кругу, пролутали все... Прибежали в первой точке, и там уже все отреспаунилось. Да, то есть, но респаунится хлам полный. Да, так что, как бы, не надо сильно радоваться. Обычно это патроны, и все. И какая-нибудь фигня по типу этих. По типу... как он там называется-то, блин? Краски, во. И все, больше как бы нормального ничего нету. Если так подумать. О, еще 5 шкур. Да, нормально, нормально. Да, мы здесь поиграем немного. Посмотрим, как. Че, вайпа здесь, короче, без понятия, когда. Ну, последний был... Ой-ой-ой, последний был... Так, сейчас я скажу, когда. Последний был 15... Стоп. Да, 15 часов назад. Следующий непонятно, когда. А, на официалке не видно, потому что я ее не обновил. Так. У нас там еда есть, кстати? Не знаю. А, есть там где-то что-то пару сотен. Сотня вроде, или чуть меньше замороженного мяса вроде как. Да, в зимке надо срочно все пуховики сейчас крафтить, а то что-то я совсем подыхать начинаю очень быстро. Вот, да, так что у нас тут будет все весело. Все весело, весело и очень забавно. Потому что если у нас пойдет с дитонами все хорошо, то мы будем много рейдов снимать. Потому что, как я понял, на РТ спавнится по 5 дитонов. Конечно, очень-очень редко, но 5 дитонов все же. Вот. Вот, 14 янтаря. Нам там один в комментах писал. Не в комментах, а на стриме у Старой Гвардии. Писали, что типа, сколько... Что, типа, может падать дофига янтаря с... вот с этой хрени, типа, 20, да. На X5 14 падает, а они 20 захотели на овке. Ребята вообще такие с юморком были. В принципе, если... А, нет. Надо рад ботинки сейчас себе сделать, я так подумываю. Чтобы радиации меньше лупило, чтобы быстрее бегать добывать. Ну, в принципе, тут вот полянку пробежать одну. Можно спокойно почти где-то стак набрать в синьке. Даже, не, почти стак, да. Так, давайте я сейчас сбегаю на РТ. Покажу вам, что здесь как. Ну, хотя вы уже видели, да. Так что, как бы... Ну, все равно так чисто. Да и самому интересно, что отспаунилось.
Так, ладно, заяц минус. Убежал, сволочь. Я уж думал, он не сдохнет. Так. И последний кабан, который будет нам мешаться. С первого выстрела хедшот. А, нет, не последний. Все, минус. 3 минуты, блин. Да, надо реально крафтить себе куртку. Так, здесь ничего. Обычно вот здесь вот спаунится много всего. Вот тут вот в ангаре. Но походу не в этой жизни. А, нет, вот есть что-то. О, 5 краски. Желтый. Ладно, ладно, почему бы нет. А то там один орал, говорит, типа это... Нафига ты краску собираешь, нафига ты краску собираешь. А потом взял и все, что я собрал, взял и покрасил этим. А еще орал потом как ненормальный. Так, что бы выкинуть? Ну, в принципе, это мы и выкинем. Да, то есть вот здесь сами видите канги. Множество канг, множество автомобилей. Так, это нам нафиг не надо. Множество всего просто здесь есть. О, кабаны. Да. Так, тачки, канги. То есть тут реально просто тьмище. Реально тьмище всяких тачек. Всего просто. Я потихоньку замерзать уже начинаю, блин. Да, то есть даже тут почти вот почти топовые тачки есть. Ну, в принципе, у нас есть детали, чтобы вот... Вот эту тачку, например, на четверых можно собрать. Но у нас тупо нету этого движка. Да, у нас есть был движок на 200, но вы сами знаете, что на 200 это не движок. У нас была уже такая машина с движком на 200. Это был смех, да и только. Которую я собрал. Так, 13 патриков. Ладно, в задницу краску. Хотя я тут и рядом с домом, но все же. Нафиг, патрики на пистолет. С пистолета настолько Саня стреляет. Так. О, патрики на М-ку. Ладно, вместо сухожилий. Вместо сухожилий пока что. Так, еще ящик. Да, ящиков здесь реально тьма. И вот стоит мне сейчас все облутать, вернуться на первую точку, и там уже все заспаунится. То есть здесь прям реально топ. Вот в этом вот в плане здесь реальный топ. Опять краска. Так, я подыхать начинаю. О, 2 ящика. Да, вот здесь реально, это вот мне прям радует то, что здесь так все хорошо с респауном ресов. Особенно на РТ. О, 12 динамита, неплохо. Считайте, уже на 16 взрывов больше. Да ладно, топ. Вот знаете, с топ-тачками... А, нет, топ. На троих, но она на троих, не на четверых. К сожалению. Там вон ящик есть. Сейчас мы его заберем. Сейчас я только отогреюсь. Ресы скину все в дом. В ящик. И все. Ну что там, как у тебя, Миша, строительство? Нормально? Да. Что, по железу все плохо? Да. Я немножко принес. Давай, 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 давай. Ты помираешь, что ли, уже опять? Угу. Красавчик. Так, сейчас я мангал влеплю в доме. Так, а у меня нечем... А, есть чем зажечь. Мне кажется, сейчас сдохну тупо, блин, от этого, от огня. Смерть достойный дебил, я называю. Так, патриков половину возьмем. А это мы скинем, ящики мы скинем, а патрики на М-ку мы скинем. Давай, чё ты там? Так, у нас тут угля случаем. А, у нас есть уголь, целый стак. Чё это я? А, мы можем, слушай, мы можем зеленку подпалить. В принципе. Да, чтобы вообще отогреться конкретно. А, стоп, я сейчас сделаю по-другому. Я что-то туплю. Давай, давай, давай.
Я что-то реально потупил сейчас жестко. Я же могу кильнуться вот в тотеме. И все. Сейчас мы добежим, возьмем вот этот ящик сверху из РТ. Вот, ну, копье у меня есть, я сейчас копьем просто под это подсажу, тачку подтащу поближе и все. Тем более тачек там вагон. Короче, есть топовая тачка, Миш, но там на троих. Там перед закрыт, мы не можем влепить туда сидушку. Нам бы боковушки найти, чтобы закрыться, да? Тогда вообще было бы топ. Давай отсюда. Опа, исчезла. Хрена себе. Ха, топенько, топенько. Даже такое бывает. Просто двигаешь, оно исчезает автоматом. Так, давай, 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 давай. Да, с этим, конечно, геморроя много. Но вдруг там детон, да. Было бы вообще топ. Главное, чтобы сейчас не сдохнуть. А то это будет очень тупо и обидно. Больше, скорее, тупо, чем обидно. Вроде все. Жесть. Я, конечно, знаю, что я страдаю фигней, но тачка здесь не исчезнет очень долго. Поэтому то, что я сюда поставил, даст мне возможность потом сюда запрыгивать. Да, 11 патриков. Так, ну, в общем, вы видели, да, что вот я пробежался, полутался. И сейчас посмотрим, как тут с респауном. Так, а с этой стороны, случаем, нету входов? Нет, здесь ни черта нету. Супер, сейчас все будет. Так, ну вон ящик отреспаунился наверху, но мы за ним и не лазили, да мы его и не достанем. Так, вот здесь где-то должен быть... А, вот, этот мы даже не собирали. Ну да, тут вот видите, то есть здесь патрики, стрелы, всякий хлам. Так, здесь нету. Вот, один отреспаунился ящик для эмки патроны. Так, здесь как у нас дела? Здесь у нас так себе дела. Тогда пойдемте вот сюда посмотрим. Минус кабанчик. 15 шкурки, неплохо. А, ну здесь тачки, тачки. Куча тачек. А, ну фиг с этими кабанами, в принципе. Хм, странно. В зиме, походу, дольше респаун идет вещей, потому что что-то тишина пока с ними. Обычно уже должно было отреспауниться. Круг просто... Мы вот в бичке нарезали круг и находили ресы. Заново. Просто круги нарезали, 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 нарезали и собирали ресы. Причем очень-очень много. Но там, по факту, мы набрали-то где-то, может, стаков 5 различных патронов с этого всего и все. Как бы больше там такого ничего интересного-то и не было. Но зато 5 где-то стаков патронов. Ну, там больше, конечно, на М-ку и на дробовик. Ну, немножко на пистолет. Да, в зиме реальнее респаунится дольше. Ну, ладно, это как бы не сильная помеха для нас. А, ну нет, не, походу не сразу везде спаунится. Надо по... А, да, надо, походу, реально подождать. Но все равно, ребят, вы сами видите, это топ. То есть патроны вы себе можете вообще не крафтить. Можете об этом забыть на этом сервере. Вам просто надо лутать РТ. Стройте домик рядом с РТ. И все время бегаете, лутаете. Собираете ресы. И у вас вообще никаких проблем не будет. Да, вот здесь вот, например, отреспаунился. Походу, не сразу везде респаунится. 18 патронов на дробик. Неплохо. Ладно, ребят, мы тогда пока на этом закончим. В принципе, мы дальше продолжим жевать, строиться, искать детоны и, естественно, рейдить все живое на этом сервере. Сервер будет в описании под видео. Да, группа ВКонтакте тоже, так что заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Артем, 4К. Пока. Всем пока, дорогие друзья.